Ты играешь на чем-нибудь? Увы, не играю. Жалко. Ну ладно, я побежала. Пока! Пока! Заскучал? Да нет, нет. Я о комиксе своем думал. Ты комиксы рисуешь? Да, ну, то есть планирую рисовать. Ага. И про что твой комикс? Про лису. Ой, точнее, про говорящих животных, что живут в лесу и помогают заблудившимся детям вернуться домой. А потом они пляшут в ночи. Ого! Как интересно! Сам придумал? Вдохновился, глядя в окно. Значит, творческая личность. Я догадывалась, что ты не такой, как все. Особенный. Шутишь? Я самый обыкновенный. Это Семён обыкновенный. В смысле, обычный придурок. А в тебе живет нечто доброе и пушистое. Ай! Не бойся, это Жулька. Брось ее! Ты что, она же дикая! Клещи еще подцепишь. Нет, у нее хозяйка есть. Вроде. А у тебя никакой еды не завалялось? Кажется, что-то осталось. Покормим и пойдем, ладно? Какая привереда! Ешь все, давай! Ты чего? Нечего паразитов плодить. Они потом на людей кидаются. Прошлой зимой такая стая чуть дедушку не загрызла.
кошмар. Ему с тех пор не здоровится. Его парализовало. Он больше никогда не сможет ходить. Мне очень жаль. Ничего. Главное, что мы друг друга поняли. Раз, два, прилетела собака. А что это за песенку малые поют? Уже второй раз за день ее слышу. Про сову? Это считалочка местная. Мне ее в детстве дедушка напевал. Он интересуется историей края. Много знает про наш фольклор. И что там за считалочка такая? Слушай. Раз, два, прилети сова. Три, четыре, пять, время поиграть. Шесть, да, шесть, дыбом волчья шерсть. Семь, восемь, бьем копытом озим. Для медведя, для лисы, зайчик кушать принеси. У тебя красивый голос. Спасибо. И что же, это конец считалочки? Принес им заяц покушать или нет? Поди узнай. Спросить не у кого. Считалочка очень старая. Древняя даже. С ней легенда одна связана. Если тебе интересно. Конечно. Тут в тайге раньше племена жили разные. Дедушка говорит, у них была такая инициация. Короче, такой ритуал, когда мальчику наступала пора становиться мужчиной. Юношу отводили в лес, и он должен был 3 ночи провести там, охотясь. По легенде, один такой юноша ушел в тайгу и пропал. А вернулся, когда его перестали искать. Нагрянул в деревню, исцарапанный, грязный, замерзший. Родные выбежали к нему, а он упал на землю. Привели шамана. Тот осмотрел молодого охотника и помрачнел. Сказал, плохи дела. До утра юноша бился в судорогах и повторял эту считалочку. Снова и снова. Раз, два, прилети, сова. Будто ему в тайге нашептали. А к рассвету он умер. Только вот шаман сказал, что он и так был мертв. Что он мертвым из лесу пришел и мертвыми губами шептал считалочку. Это точно не ужастик. Фольклор бывает пострашнее всякого кино, уж поверь. Дедушка говорит, что племя то собралось спешно и ушло на юг. Они были смелыми, если жили здесь. Смелыми и глупыми. Неужели надо мертвецу явиться из лесу, чтобы до людей дошло? Дошло что? Что нужно уезжать отсюда. Есть целый мир, а есть наш поселок. Мир! Поселок. Я часто представляю большие города. Могу часами рассматривать глобус. Или журналы «Вокруг света» из библиотеки. Какие же там прекрасные названия. Только послушай. Рейкьявик. Тель-Авив. Это же чистейшая музыка, а не слова. Я...
могла покорить сцену, выступать перед тысячами зрителей. А я сцены ужасно боюсь. Так ты другим возьмешь, живописью. У нас-то есть будущее. А что ждет того же Семена? Ну, станет он еще толще. Ну, будет пирожками торговать. Ага. С собачатиной. Если ему, конечно, доверят пирожки. Наверное, ты права. Он их в один присест слопает. Я так и думала, что вдвоем в лесу не страшно. Да, ты была права. Не отставай! Никогда в жизни! Ты знаешь, ты так изъясняешься, как персонаж с приключенческой книжки. Ну да, я люблю книги. Ого, читающий мужчина! Звучит интригующе. Ты был там? Где? В чаще? Да нет! В большом мире! В городах с музыкальными названиями! А разве Москва музыкальное название? Больше похоже на кваканье лягушки. Ты был в Москве? Ну да, в детстве. И какая она? Ну, красивая, шумная, неоновая. Неоновая. А на Красной площади был? Конечно. Она такая выпуклая. И в ЦУМе был, и на ВДНХ. Мне больше всего метро понравилось. Там так пахнет. Как? Не могу описать. А нарисовать? Что, запах? Великие музыканты могут сыграть запах. Не может быть. Я дам тебе кассеты. Я обязательно побываю в Москве. А главное, в Вене. Вена – моя мечта. Это же столица музыки. Моцарт, Бетховен, Штраус. Филармонический оркестр. Государственная опера. Я буду выступать, а ты рисовать. А ты куда хочешь попасть? В Диснейленд. Добраться туда проще, чем нам кажется. Каждый лепит свою судьбу, как хочет. А давай снеговика лепить? Давай. Первый готов. Чего у тебя такой маленький шар, Антон? Максимум голова снеговичка. Больше надо. Не ленись. Ты мечтал когда-нибудь очутиться на другой планете? И даже в другой вселенной. Тогда ты понимаешь меня.
Ставить голову на место – мой конёк. У тебя морковка случайно не завалялась? Увы. Антон, там кто-то есть. Полин. Впереди кто-то стоит. Темная сгорбленная фигура, видишь? И ручищами сосну гладит. Там никого нет. Оно спряталось за деревом. Это что, шутка? Полина, здесь никого. Ну, здорово, Антошка. Опачки, какая встреча. Очкарик в зубе Сарикна. Ой. Полин, не бойся. Полинка-то чё бояться? Лучше за себя беспокойся. Ну как?